вполне можно. А попытать счастье и убить их. Но они ссутся. Господи, да какой же маленький дамаг-то! Почему я так плох, ребят? Кто мне... Нет. Тут уж Пудж... Хорошо, что Пудж не вылез ради меня из инвиза. Но тут просто я так плох. Я видел то, что он... Я думал, Пудж этого захватит, а я убью соло кентавра. Но оказалось то, что кентавр немного разъебал меня. Соло. 658... У меня разве всего 658 хп? Слышно, не пиздите меня, а? Он нанес мне 658 урона. Но хп-то у меня намного больше, правильно? Прям намного-намного больше. Не 658, а целых 701. Ну... Да не, это хуйня. В смысле, о чем он речь? А обо мне? Я знаю, что я хуйня. Просто бесполезная хуйня. Надо поставить... на рожки вард. Вроде их там нету. Хотя мне страшно. Вот вам варды. Пол карты завардил. Иди нахуй. А, ну, Вич-доктор. Ну, я знаю, что с такими делать. Какой у него счет? 6-8. Ну, 6 киллов он такими темпами сделал, конечно, но... Вопрос в том, стоят ли они того или нет. Вот это вопрос. Вот мой вард, просто божественный, блядь. Сколько мы здесь уже драк видели? Миллион примерно. Может, даже больше. Я так плох, ребята. Просто так плох. Серьезно. Ну, сорвалась немножко мышка. Криво сделал. Ну, все, у них герой сильнее теперь. Теперь у них герой сильнее. Вот эти четыре, они, ну, просто они выносят. Поначалу Пудж за счет хука. У Пуджа очень большой урон на хуке. Это 360. Ну, для меня, например, это больше половины хп. А плюс там тучка, газы его, проблемы с пищеварением, все дела. И Пудж много киллов нам сделал, это правда. Но сейчас они стали очень жирными, и Пудж уже не может один их убивать. А Нечи Профит не может прийти и загангать. Надежда на Войд, а Войд у нас Battle Fury Mom. В принципе, неплохо. Тут я... К Войду пока претензий никаких особо нету. Нормальные хроносферы ставил и... А сейчас Рошана соло убивает. То есть он понимает немного суть этой игры. Зачем такое было делать? Я не совсем понимаю... А замыслы Пуджа, зачем он прыгнул так? Ну, блядь, надеюсь, они на меня никаких надежд не возлагают, то есть... Ну, ребят, ну как минимум без Войда идти куда-то крайне глупо. А как минимум... Ну, фан... Нет, ну они все здесь, господи, ну что здесь? Здесь ловить нечего. Кажется, я только что спиздил даблкил у кого-то. О нет, Лотар. У него Лотар. Серьезно. То есть вы хотите сказать, то, что мне помимо вардов нужно теперь еще и этот покупать? Даст? Или Сентри даже?
Ну слушайте, ну 5 в 1 разменялись. Я даже пару киллов спиздить умудрился. Еще и крипа вон спиздил у... Ну все правильно, да, Войд нормальный пацан. Он знает, что он должен фармить. Он 17 левел. На этого Войда есть у меня надежда. Да. На Войда, на Пуджа. Котел боебэкнулся, хотя сколько ему секунд? 10 оставалось? Наверное, чисто накапали деньги. Он думает, то, что он такой серьезный, то, что без него прям не задефит никто ничего. Я не обратил внимания, если честно, есть ли этот, но на всякий случай я куплю даст. Ебу раков раком. Слушайте, ну... Это, конечно, мило, но... Ну, слушайте, даже я оказался не таким бесполезным и донным. Урона-то много я нанес эту туску, правильно? Между прочим, это даже немного спасло Джаггера. Потому что если бы... То есть Джаггер, можно сказать, покарал за счет своей раскрутки. То есть, когда раскрутка на нем, то моя ульта, естественно, не действует. А... Когда моя ульта не действует на него, то дамаг, он как бы распределяется по этому куполу, если вы плохо знаете обилки этого героя. Кстати, пора мне возобновлять варды. ДД сверху, Войд. Но кот расстроен. Роша мертвый, о чем вы говорите вообще? А Егис у Войда был. Блять, как можно так не следить за игрой? Войд, братюня, 150 голды, только с тобой я могу их заработать. Состилил? Нет, не состилил, но заработал. Асис дали. Дали. Ну, то есть ассист-то, естественно, дали. Вот, теперь я буду не такой... Пробежал мимо, блядь. Ну, меня слишком быстро убили за стан. О, герой, блядь, пришел. Хотя, ну, они разнесут их. Ну, Пудж умрет. Нет, не умрет, надо же. Слушайте, ну... Господи. Господи, Войд кританул по нему, видать. Я просто даже не понял, схуя ли у него так хп-то снеслись. Ну вот успел бы я ультануть, и они бы умерли намного раньше. Но я не успел ультануть, потому что меня за стан вынесли. У меня форстафа не было. Кура несла мне форстаф. Надо же, я думал, котел конкретно. Видите, то есть до меня добегают, и все. За один стан точно меня не будет. Я просто обкончаюсь за это время. Но ведь этого стана может и не быть, если я буду аккуратно держаться позади, если я вот форстаф себе, например, собрал, который в куре лежит, и что-то еще, например, ну, блудстоун я явно не буду собирать, так же, как и этот. Ветра я соберу, да, на ветра я, пожалуй, соберу... И пойду дальше помогать. Ну вот, кстати, с Войдом довольно хорошая комбинация получается. То есть я точно ультой не промажу по тому, кто в хроносфере. Войд, допустим, бьет одного хроносферу, я на второго. О, то есть Ну, Войд одного бьет, а я ультую того, кто в хроносфере. Ну, клево же. Второго какого-нибудь. Ну, если Войд, конечно, решит не на одного закинуть. Что мы гоним? О чем вообще речь? Нет, Войд! Ну, господи, Войд, какой же ты жестокий. Чего мы? Мы не могли победить?
Ты так говоришь только из-за мага в пике. Блять, не успел. Бля, не успел форстафнуть, сори, Войт. Ну, зато мы убили алхимика. Я ведь помог, помог. Я ультанул. Я молодец, молодец. О, Iron Branch, мне так тебя не хватало. Хоть ты и не мой, и не будешь приносить мне никакого счастья. Но вот форстафнуть, то, что я не успел... Ну, я просто сообразил даже не сразу. Я сначала подумал, то, что надо бы там засайленсить этого, но... Потом понял то, что даже если я засайленсю сейчас... Котлай, он все равно скастанет хоть маленькую волну, и эта маленькая волна все равно убьет нашего друга Войда. Вот, Фура, почему бы тебе не спрятать Джиггернаута? У него ведь нету нихуя, чтобы выйти. Вот это тимплей. Ну согласитесь. Вот это тимплей. Это тимплей. Фура наверняка, блядь, доволен мной. Я сам собой доволен, как рак. Может, даже мне получится кого-нибудь спиздить килл? Нет, не получилось. Что, у нас тут жесточайший алхимик сейчас будет с нами играть? Ну, сука, ну вот я не люблю такие пики с алхимиком, с котлом. А здесь и алхимик, и котел в одном пике. Тем, что они просто как ублюдки... пушат лайну. То есть, ну просто нереально зайти на хайграунд. Вот эта зеленая еблотучка, вот эта еблозадувка. В еблозадувка, я бы даже сказал. Но туда нужно просто на хроносфере сейчас срываться в Войду и убивать всех. А мы башню потом добьем. Я не вижу других вариантов. На самом деле. Пойду вард поставлю, что ли. Тут, видите, даже глаз нарисован на этом камне. Типа, эй, это место для обсервер-варда. И не думай спорить со мной, сука. Ну почему я все-таки получил? Нет, я по крипу ебанул. Вы заметили то, что я сало очень редко кидаю? Это связано с тем, в основном, то, что я забываю про него. Ну, еще считаю бесполезным артефактом, но это так. Себя форстафнул почему-то. Хотел вообще Войда. Я странный. Я так понял, лотар никто из них так и не собрал. Блять. Он просто подошел, короче, к нашему. 800 маны, ну вы издеваетесь. Где мне столько маны взять? Это Блудстоун нужен, но... Вы понимаете, вот на этом герое Блудстоун, блядь, последнее дело собирает. То есть да, реген охуенный, если у тебя есть заряды. Но ты так много умираешь, то что эти заряды... просто... Эти заряды просто не заряды. Нет, ну, конечно, выигрывали за счет Войда и меня. Блять. Я жесткий. Потому что... Пудж, смотри. Хоп, ману восстановил. Я саппорт. Вот, вот что не говорите, но керри этот герой быть просто не может, блять. Вот просто не в состоянии. Что-то я не понял. А, они все-таки убили Войда. А, есть мнение, что пора по съебам. А, ну у нас вторую лайну здесь пушит этот. Ну как пушит? Он ее пронес полностью. Попал? Вроде попал. И даже ушел. Жив цел, орел, никого не убил, ну и хуй с ним. Ну, зато жив цел, орел. Пусть же 20-й. А я нет. А мне не страшно. Сколько стоит? 500. Я купил ветерки. И даже завардил карту. Вот скоро тут вард кончится, скоро тут вард кончится. А тут не скоро кончится, тут еще новенький, свежий вард. Как говорится,
Покупайте свежие варды. Вот таких вот я не очень на самом деле люблю. Фурион. То есть, ну, ясен член, что ты фурион, что ты можешь на любой конец карты портануться и убить практически кого угодно, если захочешь. Но другое дело, нахуя ты портуешься вчетверых? Тем более, что твой телепорт видно. Тем более, что за тобой уже как-то раз гнались, когда ты был в инвизе. То есть у них есть что-то вроде сентри или, возможно, что-то еще. Вот вопрос, нахера ты так делаешь? То есть, чтобы сделать килл, но ты левел намного больше, чем этот ебаный тускар. 21-й против отключился. Вот отключился левел, он слышал я то, что поменьше, чем 21-й, и он денег намного больше за тебя получит, даже если особо ты и не убьет. Слушайте, блять, они все какие-то большие левела, как с ними бороться-то, ёпта? Я просто так проебал вторую. Не, ну это тоже, блядь, герой дня. А, Рошана у нас снова убил. Ну, если пуш кого-нибудь вытянет. А он вряд ли кого-нибудь вытянет. Ну, у них там вард, скорее всего. Сейчас, по-моему, нам по-ёблу что надаётся с пуджом. Надо спрятаться. Ну, Вой тут один. Сори, Вой, но один в поле не воин. Тем более, что ты не того, кого нужно спрятать. Ну, как бы ты все равно, конечно, убьешь их один. О. Нет, не убил. А, наверное, его этим. А, ну у него Егис, в принципе. Че ему париться-то? Собственно говоря, че ему париться? Блядь, ну не получилось повернуться. Я мудак. Даже я иногда кого-то убиваю. Видали, да? И все это приправлено великолепным чем-нибудь, блядь, саппортом. Я великолепный саппорт. Честно, я крипов убиваю за раз. Блять, это хуйня даже не здесь. Вот почему-то некоторые обилки, например, из катафалка может Энигма сделать Эйдолонов. Но при этом я не могу запульнуть в нее своей магической хуйней. Вот где справедливость? Похоже, Джиггернаут спрятался. Кто-нибудь бьет эту башню? Да, бьет один крип, значит. Ну, смотрите-ка, я прям мастер пиздить киллы. Ну, мастерски же. Эх, Войд, Войд, ты же разве не знаешь, что фонтан тоже нужно станить, чтобы он... Ха-ха-ха, смотрите, кто его убьет. Не я. И это не я, и это сделал тоже не я. Ой, курицу хотят вывести, нет? Ну что ж, вот вы видите, как не этот герой тащит игру. Не, ну серьезно, ну просто повезло с командой, то есть у них пик намного сильнее, чем у нас. Ну, у нас как расчет? У нас пик отличный, только если Войд раскачается. И Войд таки сделал это. Войд раскачался, Пудж сделал то, что от него требуется. Он вначале тащил ни одной... Шмотки никто не получил. Ну, это из-за меня, конечно. У меня 11 скрипов добито. Наверное, поэтому. Зато за Динайна больше всех в тиме. Ну, вы посмотрите. Я просто бог Диная. 5 крипов. 2, 3, 3, 4, 5. А у них 0, 0, 3, 1, 2. Ну, это дает нам понять, что я играю в пабе. И что у меня пинг 400. Нет, на самом деле 200. Это не важно. Я все равно, типа, ну, вы понимаете. В общем, это была нубская дота. В общем, это был Skywrath Mage. Я не знаю, видели ли вы предыдущую игру, которая... Наверное, не видели. Я ее не буду выкладывать, потому что там мы просто быстро обосрались за 20 минут и все. А вот эту игру я, если вам она
Что за беспорядочный набор слов я сейчас произношу? Если вам понравилась эта игра, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и ждите еще доты, еще прохождений, еще чего-нибудь. А с вами был Сет, даже не самый низкий левел на карте. До свидания. Кстати, я ветерки так ни разу за всю игру и не заюзал. Случая не было, что я могу сказать? Тут случая не было.